Всем привет! Это краткие новости из Турции. В Турции началась борьба с людьми, которые находятся на территории Турции нелегально. За небольшой промежуток времени было выявлено 3000 нарушений, и теперь этих людей ожидает депортация. На подъездах к городам стоит полиция, останавливают большое количество транспорта, в том числе и автобусы. У всех пассажиров проверяют документы. Если это загранпаспорт, то проверяется дата въезда, а если ВНЖ, то сканируется код на обороте документа. В такую проверку попали и мы, когда ездили в Кемер. Так что, чтобы передвигаться по Турции и не было недоразумений, не забывайте брать с собой либо загранпаспорт, либо ВНЖ. Следующая новость. Россияне стали активно скупать жилье в Турции. Только за май месяц было куплено 1500 квартир по всей территории Турции. Кстати говоря, наши соотечественники за май месяц лидируют в скупке недвижимости в Турции. Следующая новость касается получения ВНЖ в Турции. Власти Турции выносят на рассмотрение закон, который ограничит лимит получения ВНЖ в городах, где большое количество иностранцев. Суть закона состоит в том, чтобы на население города приходилось не более 20% иностранцев. На данный момент в сетях уже активно обсуждаются отказы в получении ВНЖ. Зачастую это происходит в самых популярных туристических городах Турции. Это были все новости на сегодня. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!